От нас через несколько минут мы проедем мимо дома Шлимана, нумизматического музея. А слева, прямо напротив, будет один из самых фешенебельных супермаркетов, да, с дорогими брендами, дорогими и не очень. Сейчас как раз время скидок начинается. Поэтому имейте в виду, если кто-то чуть надольше задержится в Греции, да, то можете скупиться. Немножко застряли здесь пробки в связи с тем, что у троллейбусов штанги. Following Otto and Amalia and the project for the enlargement and embellishment of the city of Athens in the past century. Итак, здания были построены по проекту развития города Афин. С правой стороны, сейчас мы останавливаемся прямо напротив университета, который находится по центру. С левой стороны у нас библиотека, и справа мы проехали академия. Как вы заметили, там две колонны со статуями богини Афины и бога Аполлона. И перед ними вдоль ступеней были греческие... Платона. С левой стороны здания в неоклассическом стиле. Это представительство, главные офисы банков, также Банка Греции, главного Банка Греции. So here around we have some traditional Greek banks, like the Alpha Bank on the left. All these buildings are of the 19th century. И свернуть его постепенно монархию уже после этого. За его некоторые. В честь Адриана афиняне установили арку. Арка сейчас с левой стороны от вас. И как раз эта арка является символом современных Афин, разделяющих старый город от нового. С правой стороны от нас это старая часть, район Плаки, самый древний район, самый старый район современных Афин. В следующий раз, если вы здесь будете, обязательно посетите это место. Там очень много, во-первых, там в основном это пешеходная улочка. Улочек очень много, узеньких улочек. Можно потеряться, но в этом вся и цель. Много туристических магазинов, традиционных таверн, ресторанчиков. Все находится на Плаке. К парковке. Где мы остановимся, там вас и будем ожидать, да? Пожалуйста, на обратном пути, да, не задерживайтесь. Сейчас около 8 часов, сколько, да, ровно 8 часов. Мы все дружно выйдем из автобуса и пойдем ко входу Акрополя, который находится наверху, да, на...
It's the smallest building of the group. Это самый маленький храм. Now, where you see the dark colored marble, all this is original marble of the 5th century. Конца не так вот, ногу поломали. Which are done by the Nyarkos Foundation. They are about building an opera house. Здесь по левой и по правой стороне здание центрального офиса банков, также фешенебельные гостиницы и культурный центр. Через несколько минут мы будем проезжать одно здание в пирамидальной формы. Это кардиологический центр балканской территории. Популярный, самый знаменитый кардиологический центр здесь, в этом районе, который был построен благодаря семье Онасис. Если вы слышали о таких, это греческий судовладелец. Он, к сожалению, уже умер, но семья до сих пор поддерживает греческую экономику и вкладывает очень большие крупные суммы в развитие страны. Итак, дамы и господа, спасибо большое за ваше участие в экскурсии. Я надеюсь, что вам понравилось, что вы отдохнули сегодня и остались под впечатлением, под хорошим впечатлением. Надеюсь увидеть вас снова. Через пару минуток мы остановимся прямо перед вашим терминалом. Судно вас ожидает. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть при себе ваша посадочная карточка. Пройдете через терминал, обязательно через security попросят предъявить вашу посадочную карточку. И проходите уже на судно. Хорошего вам продолжения вашего отдыха и безопасной дороги домой. Спасибо.